Ой, ну все, пошло добро. Один тест. Значит, соперник мой сегодняшний Рут. Один из таких динозавров, я бы сказал. Ну, как комьюнити. Еще волосатые времена игра, там волосатые. Давнишние, 2007-2008 вот, играл. Играл со мной, но и с другими ребятами тех лет. Был организатором, так скажем, ну не то чтобы, ну да, чего-то вроде, так скажем, нынешней ОМК лиги. Конечно, нынешняя лига не является там каким-то правопреемником, что ли, или там, не знаю, сыном, дочерью, да, того турнира, который Рут устраивал, но... Почти у меня подвоил. Конечно, я очевидно действовал. Не надо так делать. Ой. На. Очевидно действовал. Почти у него. Ой, да что ж ты будешь делать? Да, блин. Тупотечка и натянулась, ты дружок, конечно. Неудачно. Как-то вот так вот совпало, что мы с ним практически в одно время вернулись в Mortal Kombat, то есть, ну, буквально там, не знаю, может, вот, повезло сейчас. С интервалом там недели или две. Бывают же в мире совпадения, вот это вот одно из них. Ну, такое достаточно неплохое игру, хотя вот сейчас вот, ну, в данное время является однорём таким же, как и я. Не знаю, наверное. Хотя он вроде играет чаще, чем я. Более активно. Так, что-то какие-то непонятки со счетом происходят. Вряд ли он, наверное. Вряд ли он, конечно, Скорпиона убирал. Все-таки у него основной персонаж это Найтфул, что он за него и будет играть. Да, так и есть. Ну, в принципе, да, он игрок неплохой, хотя там какой-то невероятной этой самой пластичности, что ли, да, или разнообразностью не славился. Ой. Да, блин, что-то вообще не... Да. Хотя кто-то может сказать, что он там традиционалист, да, то есть раньше за Найтвульф играл. Да. Сейчас за Найтвульф играет. Традиция это, наверное, хорошо. Блин, да что ты будешь делать? Не люблю я против Найтвульфа играть, я серьезно не люблю. Опа. На, бля. Цена то, что тогда, что сейчас, в принципе, достаточно популярным персонажем был. Конечно, не таким, как... Ой, да что ты будешь делать? Не повезло. То повезло, то не повезло. То есть, ну, давай, типа. Блин, сейчас хотел прыгнуть, не получилось. Сейчас он хотел это сделать. Телепорт тоже не получилось. Так, сейчас я его, так понимаю, поймал. Блин. Фу, напряжён на матч. Напряжён. Даже уже в комментариях сбиваюсь, мысли сбиваюсь, потому что... Ну, матч не то чтобы для меня особо важный, на самом деле. То есть, ну, если я проиграю, то проиграю, если выиграю, то выиграю. Но с Китаном, наверное.
Для Сайкерки там, конечно, не самый лучший персонаж, лучше бы там какой-нибудь Кумас Смол был. Или я не знаю. Ой, чуть ну ладно. Потому что нельзя китану вернуть. На ручку поймать или что-нибудь такое. Ну, в принципе, он сам просто на гранаты бежал, так что. Ой-ой-ой. Сейчас повезло, наверное, на рефлексы как-то его взял. Отличная фаталити. Да, за китана у него вообще не получилось ничего сделать. Не знаю. Ну возьму. Хотя все-таки я, получается, был неправ, когда говорил, что он только занатует. Взял же китана. Блин, что вообще не. Какие-то у него проблемы сегодня с этим самым. С плечом Найт Вульфа. Я вижу, пытается его сделать намного чаще, чем она у него проходит. Фу, ну, с другой стороны, это хорошо для меня, потому что у него плечо проходило. Блин, он сейчас не будет. Я грибабы очень часто, на самом деле. Да блин, что-то не получается комбо-то сделать. Да. Да. Меня запинает, похоже, даже без этого. Без плеча. Ну, он, видно, на клаве играет, потому что у него получается вот плечо чарлит даже вот, когда он сидит. Господи, да, блин. На. Очень неприятно. Ах. Очень неприятно. Ненавижу этого. Но это точно просто пиздец. Игра был, не знаю, за кого-нибудь другого был не эти приятно. Прям вязкий у него. Вязкий у него. Найт Вольф прям вообще жесть. Уф. Прилипчивый. Тот как с этим играл с Friendom F, но там у него сама эта специфика игры была, да? Прилипчивая. А тут лута чисто Найт Вольф, привет. Чисто Найт Вольф более такой. Прилипчивый. Ну, наверное, вот это именно это и отличает, так скажем, мальчиков от мужчин, то есть возможность игры именно таким прилипчивым стилем, как у всех персонажей, не у одного, не у одного конкретного, как у Рута, так где у него. Пересидел у меня в блоке. На. Ну на то и был расчет, я понимаю. Да. Да, жесть. Ну как такое возможно? Я не знаю. Сейчас я хотел. Блин, ну как же не везет. Как же не везет, фантастика. На. Повезло. Фу, повезло, повезло прям. Ну, в прошлом раунде ему повезло, потому что там, в принципе, тоже вот так и было. Оставалась одна тычка нам обоим, и в итоге он меня затыкал. А сейчас я его затыкал. Фу, ряди неплохо. Фу.
Да, Акана у него неплохой. Надо признать. Да, серьезно. Понимаю, зарядил это самое. Опять повезло. Ой, ну я же ожидал этого. Ожидал, так прожимался, но... Чё за смолка вообще отлично получилось. Так, вот он снова звонотвор, видимо, почувствовал, что дело пахнет керосином. Счет, по-моему, 3-1 сейчас, да. Возьму страйк. Нет, 4-1, да, тоже, потому что, в принципе, у меня есть небольшая, что ли, небольшой простор для действий. Но... Но не особо большой. Ой-ой-ой. Ой, ну как же так? Очень, очень неприятно. Ну тут чисто я его забыл. На. Ну. Блин, чё-то не знаю, что-то страшно происходит. В прошлый раз вчера я играл против этого мастера Чеха, не получилось сделать, как хватается. Сейчас игра против Фрута тоже не получилось. Не знаю. Странно, это 5-1. Фу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зря я хотел ручку вставить, конечно. Но все равно прошло. Я как-то в последний момент среагировал, на самом деле. Сейчас вот не поверил, что он будет это самое делать. Ух. Плечико свое, а он сделал. Пошел я ва-банк. И прогадал, к сожалению. Хотя в любом случае эта комба, она не ва-банк, то есть, по-моему, 37% собирает. Но это такое. Да, да что ты будешь делать? Вот эта комба может посильнее получиться, если бы я не поторопился. Вообще 27, господи Иисус. На, отвратительно. Всего 27. Я его слишком близко к краю подтянул, и в итоге у меня пушбэк, как мы говорим, случился. Конечно, очень неприятно. Ну, конечно, дерьмово, что он только за надвойфа играет, потому что в этом случае у меня самого остается, скажем, не очень много вариантов для игры против надвойфа, потому что нужны такие, что ли, реактивные достаточно персонажи, да, которые могут... Да, боже мой. На. Что-то мне вообще не очень нравится сегодняшний бой. Хочется, чтобы поскорее закончить уже. И домой, кажется, что называется.
серьезно. Да. Ну, к сожалению, да. Ай, какой неприятный на этот фульс, я не знаю, почему. Как человек такой же неприятный друг. Я на самом деле никогда с ним не общался. Хоть и столько лет играем как бы вместе, но... О боже, как же это... Аж это раздражает, просто ужасно. Просто ненавижу играть против людей, у которых один персонаж всего есть меняемый. Просто отвратительно. Уже подумал о том, чтобы, не знаю, просто слить ему оставшиеся бои, но... Просто... Ну вот серьезно. Ого. Но дело в том, что тогда мне придется с ним больше играть. Сейчас он выжидает чисто. Он дождался своего, что называется. На, фуавлик. Фух. Да, Кунглау на самом деле достаточно неплохо зашел против Найтвульфа. Не знаю, наверное, сейчас продолжать играть Кунглау, потому что тоже такой реактивный персонаж, в принципе, у него не так уж много, ну, удачно его найду, и есть не так много вещей, которыми он может меня запанишить, да? Ну, вот так вот именно сильно. Да что ты будешь делать? Заебал, прыгай, встань, стой на месте, брат. Вот так. Да. Фух. Реально очень такие матчи. Блин, ничего себе. Ничего себе, что было. Лоу. Фантастика. Фу, все. Очень нервный матч для меня. Пока.